Следующая вышла пол второго ночи, ну, перед праздником, и услышала крик, вызвала скорую. Это менты рассказали, и потом в милицию. Его вроде ребенка еще живого забрали, медики. Вот такая ситуация. Сейчас они ищут. Не знаю, но у нас в доме тут нет никого беременных. Вот больница, о, отнесли, да и все, о, приемное отделение, сдали ребенка и никаких проблем. Это идиоты вообще, не люди. Это зверство какое-то просто по отношению к своему ребенку. Это ж кровинушка твоя, правильно?